Всем привет! Купила вафельницу Russell Hobbs Fiesta 3 в 1, модель, в которой можно готовить вафли, пончики и кексы. Решила приготовить и поделиться рецептом вот таких диетических грибных вафель, а также сделать обзор на мультимейкер Russell Hobbs. Товарами бренда Russell Hobbs пользуюсь больше 2 лет и пока качеством довольна. У этой фирмы техника мощная и надежная. Вафельница отлично пропекает, быстро и равномерно. Это чудо-девайс. Ни одни выходные без него не обходятся. Вафли, пончики и кексы получаются очень вкусные. Готовятся в среднем 7-10 минут. Само устройство компактное, может храниться в шкафчике и много места не займет. Всего 2 индикатора – красный – нагревание, зеленый – готовности к использованию. В этой модели пластины съемные. Пластины для пончиков, бельгийских вафель и кексов. Пластины из алюминия идут с антипригарным покрытием. Покрытие отличное, все отходит моментально. В устройстве всего 2 кнопки, верхняя и нижняя, для замены пластинок. Это устройство потребляет меньше электроэнергии, чем духовка. Его также удобно брать с собой на дачу. Для удобства нарисованы стрелки, показывающие, в каких местах нужно первоначально вставить выступы панелей. Также есть инструкция по эксплуатации, которая совмещена с гарантийным талоном. Далее начинаю готовить вафли. В чашу блендера отправляю лук, грибы, петрушку. Измельчаю. Блендированную смесь обжариваю на растительном масле. Смотрим и подписываемся. А также не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. В грибную смесь добавляю специи по вкусу. Отключаю и отставляю охлаждаться. В миску отправляю сметану и яйца. Перемешиваю. В яично-сметанную смесь добавляю муку, смешанную с содой, разрыхлителем, солью и льном. Отправляю туда же натертый сыр, остывшую грибную зажарку, уксус. Все хорошо вымешиваю. Перекладываю в кондитерский мешок, мне так удобно работать. Ставлю на разогрев мой мультимейкер. Когда загорится зеленая лампочка, открываю и равномерно распределяю тесто по пластинам. После того, как я полностью и равномерно заполнила нижние пластины, закрываю и жду 7-10 минут, пока мои вафельки приготовятся. И вуаля, они готовы! Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Особенно благодарю тех, кто подписался и поставил лайк. Всем пока-пока. До новых встреч.